снимаешь, да? Итак, добрый вечер. С вами передача «Непознанная», и я ее ведущая, пошла на тебя. Ой, да я упала. И я ее ведущая Параша Башмакова в онлайне. Вы сегодня увидите эксклюзивное видео, какое вы еще не видели. Шокирующее. Заткнитесь. А, то есть команда, которая буквально гуляет на улице, развлекается, и я просто мимо проходящая целительница, колдунья всех века веков. Добрый вечер, дорогие друзья. Я Параша Башмакова, я хочу просто исцелить вас всех. О, да, мы исцелились, Польза, упал. Да, блин. О, нифига себе! Вы это слышали? Вы это слышали? Оно в меня вошло, и я это передам вам опять всем. Да я вам! Параша рули! Да, дорогие мои! Да, это просто я на храпе. Я хочу вам передать титул Мор Вейв. Все, да. Так, подожди. Фонограммочку пустим в это. Лежи, когда тебе говорят. Да, да! Это была техническая неполадка. Вы уже однажды это видели. Параша! Давайте, дети мои! Параша! Я буду работать над вами в онлайне. Параша! Заткнитесь и делайте Параша. Утреннюю зарядку. Кланимся к земле. Кланимся. Параша! По очереди. По очереди давай кланимся. Кланимся, кланимся, дети мои. Будешь пить? Итак, посмотрите. Это ряд придурков и больных людей. И я, Параша, хочу с ними справиться в онлайн. Параша! Параша! Параша свои слабости. Что это Парашенька! Меня! Параша! Это тоже называется Туламор Вей. Ну, Параша! Я опять... Ой, я прискакала. Это непонятно, Орги. Ничего не подумал. Убери свои руки, сволочь. Что? Люди смотрят. Люди же смотрят. Знаешь, он тоже. Это мертвый человек. У него реакция рук, ног, непонятно. Негатива. Параша! Значит так. Параша! В общем так, я как самая главная целительница, целительница, маг, маг, снимаю порчу, родовой проклятие. Слушай, ты давно рожала? Порчу третьей степени, родовой проклятие, третьей степени. Вы чувствуете мое тепло? Вы чувствуете исходящее от меня тепло? Это больные фанаты. Давай повторяй. Я чувствую тепло. А, вот, девушка, девушка. Это Параша. Да, это Параша. Это Параша. Это Параша. Параша. Я всегда с вами. Параша. Параша. Давай, Параша, будь с нами. Параша. Давайте вместе произносим. Параша. Не надо штамп мои. Параша. Давайте вместе произносить вечные, вечные слова. Значит так, дети мои, что это подняли, подняли свои головы. Нет, я говорю, я поднял. Подняли свои головы. Когда она меня коснется, Параша, коснулась меня, Параша. Подняли Параша. Руки кверху. Параша. Вы чувствуете я небо. Я чувствую небо, да, я чувствую небо. Да, да, я чувствую с вами рядом. Итак, Параша, будь с нами рядом. Просто Параша, почувствуйте будь. Вибрацию. Вибрация над вами идет. Вибрация, Параша. Вибрация, вибрация. Параша, вот так, будь вот с нами, Параша. Параша. Говорите слова. Ясные, непонятные слова. Рекламируйте церковь новое поколение. Ай-я-халя! Это моя братва! Амахай-я! Это парад водок! Дайте налить! Ай-я-халя! Налить! Налить! Налить ничего! Налить ничего! Налить ничего! Налить ничего! Открылся новый филиал! Видите, пожалуйста! Открылся новый филиал! Больные люди, и я Параша, которая пытается исцелить меня в онлайне. Дорогие! Да заткнитесь вы!
вокруг твориться шум, безобразие. І я пытаюсь справиться с этой шумной, непонятной толпой. И я сейчас буду работать в онлайне. Пожалуйста, наблюдайте и прочувствуйте чудеса. И пусть кадр. Идите в наш центр. Наш центр вас исцелит. Совсем немного. Денег мы требуем за это. Ну что ты делаешь? Да? Это случайно. Это опять. Что? Ко мне прилипают предметы. Поскольку я притягиваю магниты, там, знаете, да, ко мне ложки прилипают, бутылки. Вот. Сейчас заткнись. Вы запьете из этого чудесного исцелительного напитка. Пожалуйста, пожалуйста, по очереди, по очереди. Пошла, волна пошла, волна пошла. Заткнулись! Я говорю, волна пошла, волна пошла. О, пошла. Следующий. Волна пошла. Следующий. О, да. Напиток, напиток, который исцеляет. Это подделка, шикарная подделка. Но запить. Пора, да, да, да. Раза. Параша. 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 Параша всегда была с вами. Я остаюсь. Вы понимаете, что? Значит так. Параша. Мы тебя обожаем, Параша! Мы тебя сберем к себе, Параша! Параша вернется, не отключайте свои каналы! О, сиськи не трогай! Не отключайте свои каналы, потому что Параша с вами! Она сейчас вернется, это рекламная пауза, мы просто расслабляемся! Полный белилу! Слушай, слушай, слушай! Дай запить! По сценарию забивать не надо. Предлагаешь, блядь, какую-то нет. Параша, запить же надо, я понимаю. Мама, дай запить. ПЛ. ПЛ. Это посетители нашей клиники ПЛ. Да, да, да. Параша, да. Перед тобой преклоняйся. Да, да, преклоняйся, преклоняйся. Дочь моя. Дочь. Все они мои дочери и сыны. Сыны и дочери. Сыны и дочери. Что ты делаешь? И не подкупайте мне сигареты. А что вы стоите? Вы же ёбнулись. Подожди, у нас... Тебя шнягу кусают. У нас рекламная пауза. Все, рекламная пауза. А гроза была, кстати, очень даже...